По поручению губернатора полномочия по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» будут сосредоточены в одном министерстве, это Министерство строительства и жилищной политики. Ну, что позволит в первую очередь как-то аккумулировать в целом все задачи, которые ставятся национальным проектом в одном ведомстве, да, вести, соответственно, учет всех объектов, которые будут реализовываться в следующие годы в рамках этого национального проекта.